Магаданские школьники вышли на летние оздоровительные площадки онлайн. Из-за ограничений в проведении массовых мероприятий во время пандемии дети на дому под руководством школьных наставников участвуют в физкультурных занятиях, завтракают, отдыхают в сон час и занимаются творчеством. Сейчас онлайн-площадка, как бы дети посвящены творчеству. Когда у нас в прошлом году была площадка на базе школы, да, дети куда-то ходили, они всегда были вместе. А сейчас они индивидуально дома, поэтому больше творческое. Программа рассчитана на 15 дней. И на весь период отдыха учащимся выдают витаминизированные продуктовые наборы. Так как смена рассчитана на 15 дней, то продуктовых наборов, соответственно, будут 3. Выдаваться они будут каждую неделю. Продуктовые наборы очень разнообразны, соответствуют всем требованиям Санпина. Для родителей возможность, если использовать этот продуктовый набор, правильно, грамотно организовать и первый завтрак, и второй завтрак для ребенка. Туда входят и фрукты, туда входят и сладости, которые все-таки любят наши дети, есть молочная продукция. Продуктовые наборы выдают каждую неделю по 10 килограмм на человека. В пакет кладут фрукты, сладости, крупы и консервы, чайные наборы, йогурты, фруктовые соки и молочную продукцию. На 15-дневный комплект питания для детей из городского бюджета выделяют около 5 500 рублей на человека. За весомый вклад в семейный бюджет родители благодарны не только во время проведения площадок, но и за весь учебный процесс во время пандемии. Хочу выразить огромную благодарность правительству Магаданской области, мэрии города Магадана, Министерству образования и Департаменту образования за организацию и выдачу продуктовых наборов во время дистанционного обучения апрель-май и во время летней кампании онлайн-смены июнь месяц. Продуктовые наборы очень вкусные, хорошие, отличные, поэтому от нашей семьи, многодетной нашей семьи, хочу вам сказать огромное человеческое спасибо.